Детям рассказали о работе спасателей МЧС и показали мультфильмы о действиях при возникновении пожара, о правилах безопасности поведения на природе и во время купания на море. Потом малышам продемонстрировали оборудование – бензопилы, бензорез, гидравлические инструменты. А кинолог со своим питомцем, лабрадором по кличке Алиса, показали детям навыки ловкости и послушания, которыми отлично владеет четвероногий спасатель.